Здравствуйте, меня зовут Ксения Полуэктова. Я представляю оргкомитет международного многожанрового фестиваля, конкурса детского и молодежного творчества «Звездные ступени». Нахожусь я на Креативной улице Ирининская в своей поличке для того, чтобы рассказать вам об итогах нашего фестиваля. Сам фестиваль проходил в дистанционном формате, но я надеюсь, что в скором будущем мы встретимся с вами на лучших концертных площадках нашего города. Вы действительно талантливые и очень творческие ребята. Для подведения итогов были приглашены лучшие специалисты в разных областях культуры. Оценивать было очень непросто. Сегодня на e-mail вы получите в электронном виде дипломы и узнаете о своих результатах. Поздравляем участников и победителей нашего конкурса. Благодарим преподавателей за вашу и руководителей коллектива за вашу работу, за ваш труд при подготовке конкурсантов. Хочется сказать всем руководителям, что вам есть чем гордиться. Лауреаты и дипломанты нашего конкурса – свидетельство того, как высок потенциал ваших учеников. А сейчас сюрприз. Участники, получившие наибольшее количество просмотров и лайков на нашем YouTube-канале, удостоены звезды «Симпатия зрителей». Звезда «Золотая первой степени» достается ансамблю «Сузорье» средняя школа номер 67. Серебряная звезда второй степени достается Лосице Вячеславу, детская музыкальная школа искусств города Речица. Бронзовая звезда «Симпатия зрителей» достается Стасенкову Даниилу, детская студия эстрадного искусства Сергея Якуша. Ваш зритель уже с вами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и нашу страничку ВКонтакте «Звездные ступени». Следите за нашими новостями. Участие в наших фестивалях и конкурсах – твой шанс стать звездой. До новых встреч!